Третий раз за три дня. Амичи вновь сообщают о провале в асфальте. На этот раз на бульваре Победы. Визуально глубина ямы до 5 метров. Телеканал Омск-ТВ удалось выяснить подробности. На канализационном коллекторе авария. Специалисты водоканала разрабатывают котлован, чтобы определить характер повреждения. Следующий этап – ремонт. Сейчас место провала огорожено. На работе системы водоотведения авария не сказалась. Напомним, аналогичные происшествия ранее были в Нефтяниках. 23 апреля мы рассказывали о ямах на Заозерной, 24-го на улице Сибнисхоз.